Привет, мои хорошие! В сегодняшнем видео я бы хотела вам рассказать про свои пустые баночки. Их, как видите, уже накопилось достаточное количество. Ну и не так уж и много, не так уж и мало, но в принципе средний. Давайте начнем. Первое, я бы хотела с вами вам рассказать про маску от белорусского производителя Белкосмекс, домашний косметолог, крем-маска дрожжевая, энергобаланс. Маска достаточно легкая, хорошо увлажняет кожу. Мне она понравилась по своим свойствам, как она увлажняет кожу. Она достаточно легкая, запах такой нежный, приятный. В общем, маске ставлю оценку 9. В общем, хороший продукт, неплохой. Следующий продукт тоже от белорусского производителя. Я рассказывала вам в предыдущих видео об этой крем-маске шоколадной. Она для рук, для лица и для зоны декольте. Она имеет такой коричневатый такой консистенцию, можно так сказать, запах какао. Что могу сказать? Увлажняет больше кожу рук и декольте. На лице как-то я ничего особо такого не увидела, какого-то эффекта. Ну, в принципе, ставлю оценку 7-8 по 10-бальной шкале. Для рук мне понравилась эта маска, и для зоны декольте она хорошо увлажняет, хорошо питает. Единственный минус, если маска называется шоколадная, пусть она пахнет шоколадом, а не какао. В принципе, так продукт неплохой сам по себе. Следующий продукт была вот такая маска от Oriflame. Мой любимейший продукт. Уже там продукта осталось совсем чуть-чуть, может быть, на дне. В принципе, густая консистенция, хватило очень надолго. Я даже так не могу сказать, она, может быть, больше у меня уже полгода, может, больше даже 7 месяцев или 8, где-то так. Использовала я ее два раза в неделю, когда как, если руки нуждались в каком-то питании, увлажнении. Продукт очень хороший, оправдывает свою цену. Действительно, продукт работает, и кожа рук увлажненная, и ручки выглядят свежими и отдохнувшими. Следующий продукт был гель от Yves Rocher с ароматом мандарина, простите. Гель имеет такой ярко выраженный аромат мандарина. Оранжевого цвета он был, очень приятный, такое впечатление, что ты окунулась в мандарины, вообще в аромат мандарин, очень понравился, хорошо очищает, неплохо увлажняет, очень мне нравится. Следующий продукт было смягчающее средство от компании Oriflame, смягчающее средство для век, для ступней, для коленок, для кутикулы, для локтей. Такое универсальное средство, я рассказывала, оно мне очень нравится. Сейчас у меня с шоколадом, это было самое универсальное, оно не имеет никакого запаха. Самое обыкновенное, оно достаточно густое, тоже надолго хватило, где-то примерно на 7, на 8 месяцев, где-то так. Точно уже не помню именно на сколько, продукты до 13 года. В общем, использовала я его очень долго, достаточно. Следующий продукт, это был мой любимейший крем от Oriflame, смягчающий крем для ступней, для ножек. Food Care серия называется, достаточно густая консистенция, пахнет звездочкой, ментолом. Очень смягчает кожу загрубевшую, кожа становится нежная, хорошо питает, увлажняет. Мне очень нравится, как действует этот продукт, ставлю оценку 10. Следующий продукт – крем «Упругость для тела». Мне он очень нравится. Аромат такой листвы, зелени, что-то в этом подобном. Такой крем был достаточно густой, плотный, питает хорошо кожу. Использовала я его даже меньше, чем за месяц. Он у меня ушел, так как он очень хорошо питает кожу, особенно в зимнее осеннее время. Это то, что нужно. Продукт, извините, понравился. Ну, конечно, цена у него достаточно дорого для этого продукта. Я бы, наверное, купила что-либо другое. Я не говорю, что не понравился, он понравился, но за такую цену, мне кажется, цена слишком завышенная для этого продукта. Следующий продукт был обыкновенный дезодорант от фирмы Nivea, двойной эффект, 48 часов. Вот как мы видим, гладкая и мягкая кожа надолго. В общем, очень приятный. В принципе, он свою функцию работы выполняет. Запаха пота я не чувствовала. Никаких желтых пятен на одежде не было. Никаких следов не оставлял. Мне понравился. Аромат очень приятный.
Следующий продукт был от компании Avon Naturals, мой любимец, с ароматом ванили, у меня есть еще с клубникой и с гуавой, и манго очень мне нравится, достаточно легкий, такой нежный аромат, очень хорошо увлажняет, нравится дизайн, нравится сам продукт, ставлю ему оценку 10. И еще один продукт у меня, молочно-ягодный бальзам для укрепления волос, «Живи со вкусом». В общем, продукт самый обыкновенный бальзам. Очень такая красивая упаковочка. Что могу сказать? Приятно пахнет, как будто такой коктейль ягодный, клубничный. Клубничкой, малинкой пахнет. Такой, как будто коктейль пьете. Такой приятный, вообще классно, когда наносишь на волосы. Безумно приятный аромат. Он такого оранжевого цвета. У меня осталось здесь еще баночки на 2-3 раза. Очень мне нравится. Именно как в качестве то, что хорошо увлажняет волосы. Его нужно совсем немного. Я его выдерживала где-то примерно 5-10 минут. В общем, продукт сам по себе неплохой, но чтобы там ах-ух, такого не было, чтобы поставить ему там 10 баллов. Ну, 6-7 где-то так. Ну, самый обыкновенный бальзам для волос. Могу сказать, что от белорусского производителя Белита Витекс намного лучше бальзамы. И они вообще классные, шикарные. А вот этот самый обыкновенный. Я, как вам сказать, мне понравилась упаковка. Я решила пробовать этот бальзам. Подумала, может, что-то такое вот нечто. Я покупала его в аптеке. Ну, самый обыкновенный бальзам. Единственное, его аромат, такая консистенция жидкая у него. Следующий продукт тоже от белорусского производителя алоэ, морские водоросли, пенка для умывания, для всех типов кожи, очищает, увлажняет кожу. Что я могу сказать? Вот у меня осталось на дне, наверное, не будет видно. Пенка у меня ушла примерно за 2 месяца, где-то приблизительно так. Использовала я ее 2 раза в день. В общем, очищает она даже суперустойчивый макияж. Она такая вот достаточно жидкая, она не сильно густая. Эта пенка была такого голубоватого, или можно так сказать, светло-зеленого, такого какого-то мятного оттенка. Голубоватый, наверное, скорее всего, нежно-голубоватый такой. Пенка, ну, пахнет она так нейтрально. Со своими функциями она справлялась. Сначала я заметила, что кожа действительно увлажненная у меня, но потом кожа начала привыкать, но очищает он очень хорошо. Ну, в принципе, не знаю. Раньше я их брала очень часто, она была совсем в другом дизайне, эта пенка. Мне предыдущая версия нравилась больше, но, в принципе, неплохая пенка, можно иногда брать. И последний продукт, обыкновенная жидкость для снятия лака, ноготок. Я беру его постоянно, мне вполне устраивает, как макияж удаляет. В общем, такого розового цвета. В принципе, неплохая вот такая помпа. В принципе, неплохая жидкость, как жидкость. Ничего особенного. В общем, спасибо всем за просмотр, за то, что посещаете мой канал. Пишите мне смски. Всем пока!